Всем привет! Сегодня хотел бы поговорить о том, как с точки зрения работодателя мы принимаем людей на работу. То есть есть, в принципе, два способа, когда люди сами обращаются и звонят и узнают, что это за работа, да? И есть, когда мы, то есть по каким-то целевым там предложением, то есть или объявлением, звоним людям и, как говорится, приглашаем их на работу. Вот. И в моем понимании, когда мы приглашаем людей, то они выбирают. То есть они на шаг, так как мы им позвонили, как будто бы впереди. Нам гораздо труднее найти подход, когда мы звоним сами. Ну и как бы начинаем вроде как бы уговаривать, а человек выбирает. А когда мы все-таки звонят нам, то мы уже ставим свои условия. Мы говорим, что у нас есть система, нужно сделать то-то, то-то и то-то. То есть нужно прийти туда-то, допустим, в офис, заполнить анкету, то есть первый этап. Второй этап, это собеседование, на которое нужно попасть после заполнения анкеты, и только тогда, когда мы сделаем, мы не человек, который к нам пришел устраиваться на работу, а мы, как работодатель, сделаем выбор, попадет он на собеседование или нет. То есть проведем конкурс, и только после собеседования человек, и то через какое-то время, может узнать, приняли его на работу или нет. Здесь вроде как бы мы на коне. Также и в сетевом маркетинге. То есть необходимо сделать так, чтобы люди вам звонили, чтобы люди захотели позвонить, чтобы у людей проснулся интерес именно к вам, к вашей работе, и тогда у вас все получится. Желаю всем успеха!